недвижимость в Турции, Paradise Alanya. Я вас приветствую. Меня зовут Агаси, я нашел вас. Хороший вариант, 2 плюс 1 в районе Тосмур, в открытом районе, подходит под ВНЖ. Проект был сдан в 2010 году, 2009-2010. Расстояние отсюда до моря максимум 220 метров до воды. Вот отсюда я вижу море кусочек. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Пекарня, маркеты, рестораны, фруктово-овощной магазин, хорошие цены там. Сеть-маркет, шок-маркет, снизу БИМ, сеть-магазин БИМ. Ну, самая бомбическая улица района Тосмур. В той стороне речка Дим, можно отсюда пройти в сторону речки, 230 метров впереди речка, 220 метров впереди море. Подземный проход, песчаный пляж. Я раньше снимал тут ролик. Итак, сейчас цена поднялась. Цена этой квартиры 162 500 евро, дорогие зрители. Есть открытый бассейн в той стороне, больше, чем этот. Его реставрировали в левой стороне. Просто сейчас дождик, не смогу туда пройтись. Постараюсь показать. Итак, смотрим, дорогие зрители, дальше. Ставим лайк. Я для дождливой погоды снимаю также ролик для вас. Все сейчас сидят дома, пьют чай, кайфуют, а я работаю. Ну, многие, не все, многие. Гостиная комната совмещена с кухней. Посудомойка фирмы Bosch, Siemens, вытяжка, плита, духовка. Сторона восточная, юго-восточная. Так, эта сторона восток, та сторона тоже восток, да. Эта спальня близко к юго-востоку, балкон восток. Видели выход к балкону. Спальня минимум 17 квадратных метров. Это спальня, также вторая спальня. Две спальни. Кондиционер электро. Высота потолков 270 сантиметров. Здесь у нас один санузел этой квартиры. Накопительная система. Siemens посудомойка. Посудомойку, что я стиральная машинка, дорогие зрители, у меня уже. Так. Прихожая. Средний этаж, шестой, кажется, или пятый. Вторая спальня. Есть два лифта, которые я вам покажу. На данный момент один из хороших вариантов также на рынке. Хорошей локации. Цену я вам сказал. Айдат 400 лир, и то 500 сделали. Сейчас все айдат поднимают, чтобы понимали. Спускаюсь я вниз. Два лифта, это первый. И сейчас придет второй лифт. Лестничная площадка. О, природа даже. Красивый лифт. Обновленный, видите? Несмотря, что проект был сдан в 2009-2010 году, они обновили лифт. Ухоженный проект. Есть пандус. Давайте покажу территорию, фасад здания. У меня же капюшон есть, оказывается. Вот лифт обновленный. Бассейн обновленный. Что со мной сегодня? Открытая парковка снаружи. Генератор есть вот впереди. Вот он. И там, где, вот видите, оливковые деревья, зона барбекю. Всем пока-пока. Звоните по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасик, Солнце Алани, район Тосмур. Всем пока.